Дело не в песне, а я росла, у меня мама одесситка, бабушка одесситка, и они когда собирались, была очень поющая семья, и они пели все эти одесские песни как-то совсем по-другому. Не так, как поют сейчас, а по-другому. Вот то, что я помню с этих, помню крайне мало, очень жаль. Вот скрипичку я помню три куплета, и как они это дело изображали. Мне кажется, это интересно. На окраине пыльного города я в убогой семье родилась. Малолеткою лет, сколько вы думаете, мне было лет 18-20, и я лет 16 на кирпичный завод нанялась. Дайте же ее ты грыж, дайте же ее ты грыж, дайте же ее ты грыж, ее ты грыж, за что такое не знаю. На заводе том Симку встретила, и бывало услышу гудок, и что вы думаете, я буду там делать, там одеваться, причесываться? Нет, я только ручки вимою и скорей к нему в мастерскую накинув платок. Дайте же ее ты крыш, дайте же ее ты крыш, дайте же ее ты крыш, ее ты крыш. Но, как водится, безработица по заводам, ну и по нашему тоже прошла. Сенька, так он же был там самый главный заводиловка, так он вылетел, но я ж не могла там оставаться. Так за ним и я, и еще 270 штук. Дайте же ее ты грыж, дайте же ее ты грыж, дайте же ее ты грыж, ее ты грыж, зэц. Все, все остальное.